Цены в Молдове словно сорвались с цепи. Власти в свое оправдание говорят, что цены выросли во всем мире из-за пандемии и рекордного подорожания энергоносителей. А что по этому поводу думают жители нашего города, сейчас мы узнаем. Смотри, как будем жить. Хлеб надо купить. Хлеб тоже полей подорожало. Все, сахар 18 лей. Как мы будем жить? А? Как будем жить? Плохо все. Зарплаты не растут, но цены на все растут. Если есть работа, люди работают, зарабатывают, и людям все равно. Но не все равно, что цены вот такие вот огромные. Но я не знаю, они себе повышают зарплаты, а нам по 50 рублей повышают. И что, цена на газ на 300% выросла. И как можно так прожить на такие деньги? Мы попали под раздачу. Также я считаю, что Россия нам повысила газ из-за того, что молдаване голосовали неправильно. Как оно есть? Когда мы выбирали Дадона, все другие молчали. А сейчас выбрали других, и мы все начали кричать. Здесь большинство выбирает, не меньшинство. Я так считаю. Я на пенсии еще и иду подрабатывать. Короче, ковид нас убил, еще и цены убьют. Ну и останутся без нас, пусть живут одни. Цены почему подорожают? Потому что у нас руководство такое, это самое главное. Это самое главное, никто не виноват. Виноват, это идет все от повышения газа. Отсюда идет. А кто виноват в том, что у нас такие цены? Это наше руководство. Руководство, даже не знаю, как сказать их. Правительство, то есть наше правительство. К сожалению, выбрали такое правительство, которое не знает, что они хотят.